Пожар в центре Одессы. Минувшей ночью горел детский сад Черноморского морского пароходства. Покинутое здание, которое расположено в историческом центре Южной Пальмиры, пустует уже длительное время. В социальных сетях одесситы говорят о том, что поджог умышленный. Наши корреспонденты побывали на месте пожара. Подробнее далее в сюжете. Вечером 12 сентября около 20 часов произошел пожар в памятнике архитектуры на улице Морозлиевской, 18. В этом здании когда-то был особняк градоначальника Одессы генерал-лейтенанта Василия Новицкого. А в советское время здесь располагался детский сад Черноморского морского пароходства. Последние годы особняк пустовал. Через 6 минут к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Происходило горение открытым пламенем, и на втором этаже двухэтажного здания возникла угроза распространения огня на перекрытие и крышу всего здания. В социальной сети Facebook очевидцы утверждают, что за несколько минут до начала возгорания в садик залезли неизвестные молодые люди, а после случился пожар. На место ЧП прибыло несколько пожарных расчетов и около 30 сотрудников ГСЧС. Через час очаг возгорания локализовали. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате пожара огнем повреждены помещения на втором этаже и крыша на площади около 120 квадратных метров. Одесситы отмечают, что здание уже давно планируют продать, а поэтому и неудивительно, что его пытаются сжечь. Таким образом, покупатель пытается за копейки приобрести исторический объект.